Віктор Серебрєніков. Народився 29 березня 1940 року у Запоріжжі. Футболіст київського «Динамо» та збірної СРСР. П'ятиразовий чемпіон Радянського Союзу. Двічі володар Кубка СРСР. Триразовий учасник чемпіонатів світу. Виконавець широковідомого удару під назвою «Дуга Серебрєнікова». Одружений, є син. 12 листопада 2014 року, через кілька місяців після цього інтерв'ю, на 75-му році життя Віктор Серебрєніков помер. Це правда, що жони одної команди перед ответственными матчами своих мужей с какой-то другой команды устраивали для футболистов этой другой команды ночные посиделки? Это одна команда. Что это за команда была? Это команда одна, я знал. Сейчас расскажу. Это Алма-Ата команда. Тренировал Глебов. Кайрат. Глебова жена. Собрала всех жен. Это я потом все узнал. Потрясающе. Она собрала всех жен. Вы хотите премии получать? Мужья уезжают на дачу, а тебе прилетает команда противник. Вы звоните и приглашаете в гости. Выпить обязательно и кровать обязательно. И кровать обязательно? Да, и премия. Вот почему я знал, все мне рассказала девушка. Там полузащитник молоденький был. И как раз созвонились. Только мы прилетели, а мы прилетали... Перед самой игрой, детство, чтобы акклиматизация не было. Мне не говорили, если ты акклиматизация наступает, ты вялый, ты плохой. Звонки начались. Я говорю, хмель. Витя, кто звонит? Кто? Ну, скажи. Тёлки звонят, жена этого. Вот такая полная. Он полных любил. Я говорю, да, ну, Витя, ну, пошли. Вося приглашает. Она, ну, пошли. Я говорю, ну, пошли. Уговорил меня. Ну и приходим, заходим туда, а дом, гостиница «Интурист», и дом Цыковский. Uh-huh. Вот, квартиру им дали в Цыковском доме, ребята. А там хозяин, как его, тоже болельщик. Кунаев. Кунаев, да. Yeah. Полный основной состав сидит за столом наш. Всем позвонили, и все пришли. Все профессионалы. Ну и когда мы... Еще не бухает. Когда мы уже с хмелем пришли, все поняли, что уже все. Ну, сел я, посмотрел на стол. Я понял уже, что к чему, уже... Еще не знал всю раскладку, но уже понял. Немножко выпил. А это... Как его? На К. Квочкин. Фамилия его. Хороший игрок. Олимпийская сборная, я его знал. И его жена. Я знаком с ней. Такая полная, все. И все ко мне. Видишь, Витечка. Я же звонил. Я... Виталя, иди сюда, говорю. Посадил его напротив с нее. Он же любит. Выходил. Пошел, сел возле девушки молодой этой. Девочка симпатичная. У нее полувосточная, полурусская такая. Я сидел, я говорю, маленько, мы можем отсюда уйти? Она говорит, можем. Я говорю, куда? Ко мне домой. Я говорю, ну, пошли. Хочешь. Витя, ты куда? Я погуляю, говорю. Ушли к ней, выпили там все это. И она мне всю раскладку дала про это, за премию, за все. Я говорю, как же... Ну, как все меня уговорили, что ты должна. И мужа же любишь. Люблю. А мужья знали? Вот это я не спрашивал. Вот это я... Ну, я сейчас дальше. Нормально, девочка, все. Но я когда уходил, сказал, ребята, в 7 часов я захожу, чтобы все были на месте и чешем на зарядку, сразу переодеваемся, день и грыж. Пришли и... Никакие? Нет, нормально все собрались, в этом отношении бойцы. Угу. Вечером игра. Что спасло нас? А на зарядке мы бегаем. И все кто прячется, кто в кустах, чтобы не бегать, а потом перед дедом выскочат и так бегают, как будто легкие. Дед, вот и сам же тоже после дуги.
Смотрят, все нормально, легкие. Ну, ничего не заметил. Я говорю, всем спать, все легли. Вышли на игру. И ливень как дал. Это же спасительный ливень. Да, от Бога. Представляете, точно, что за есть. А в дождь у нас же, дождь пошел сразу, легко все это. Только пот пошел, пробилась эта водка, вошла, выходить начал. Как это допинг пошел, знаете, на допинге. И мы повели 2-0 сразу. 2-0 и начали. Вышли в перерыв, 2-0 ведем, все. Ребята, мяч держите, все, они уже. Ну, какой, мы сами встали, все, ноги ватные. Встали. Все, они готовые ноги. Перегрузка. Ну, что, тут же кричим, мяч на трибуну. Тогда один ничего мы играли. Угу. Пока болельщики его там плапают. Отдыхаете. Какую-то 30 секунд там. И как сыграли? 2-1. 2-1 выиграли. Так самое интересное. После игры договорились опять. Опять приходим. Приходим всей компанией. Я уже всю раскладку знаю, молчу. Квочкина не выдержал. Они ж водку, все ж, коньяки, шампанское. За свой счет. За свой счет. Конечно. Она стала. Вот, блядь, говорит, пили, жрали на халяву, еще и обыграли. А ребята говорят, как же так? Как же? А молчу. Она что-то буянить начала, уже добавила до этого. Я пошел маленько, забрал опять, ушел. А их забирал после игры, восстанавливает. Ну, не знаю, тренер он. И вот... Летим мы в самолете, а нам играть в Ташкенте. А дед оставляет нас в Алмате, в Ташкент. Где-то дней 5 до игры мы живем в Алмате. Там спать ночью. Uh-huh. С меды вот ветерок подует вечером. Днем жарко, а вечером легко спишь. Класс. Он оставил. Ну, где-то нормально. Провели в порядок. Прилетели в Ташкент, а в самолете дед все меня спрашивает, Витя, что-то с командой случилось. Ну, что я буду говорить что-то? Я не понимаю. Ну, где-то я допустил, как ты думаешь? Я не знаю, может быть, вы знаете какую-то ошибку в тренерском процессе. Что-то лепил ему. Еще, ну, давайте выпьем. Поехали в Ташкент. А тогда Якушин тренировал. Угу. Ташкент, как раз. Серьезный человек. Да. Как они говорили, недели нет тренера. На игру появляется. В ступоре он гостиной берет ящик. До администратора говорит потом, когда его уже уволили. Ташкент. Ну да, в номере закроется, у него люкс, кондиционная установка. Зачем ему на тренировку? То он на игру приезжает. Якушин. Кадр тоже. Дядька футбол знал. Ну здорово. Да, да. Да, это профессор был тоже. И вот мы закрылись, но они сделали в 3 часа игру. И мы отбиваемся, как панфиловцы. На трибуне там все это. Профессионально уже знали. У нас защитники хорошие были, вы же помните. И мы оттянулись все. Один я стою в центре, а против меня стоит Штерн. Я ему анекдоты рассказываю. Ну, полностью защищаемся, мяч. Ведь тогда это Женя Рудаков стоял. Игру тащил он мячи, конечно. Ну, они бьют штрафной, Гена Красницкий. Ух, сильный удар. А мяч у него, это деформировался. Серьезно? Да. Он пыром был? Нет, у него 39-й. Так. Коленостоп, у него как вот это, подъем большой, понимаете? Да. Он почти не оттягивал ногу. Как бежит, как хлесткий у него, он же циклоп. Так. Здоровый парень.
И вот он бьет штрафной. И все стенка наша, а я смеюсь, стою, что я говорю, смотри, какая у нас стенка. И все так стоят, за яйца держат. И что мне меня? Сюда. А он бьет и попадает там, где стоял вратарь. Он руки не поднял. Он попадает в крест. И так попадает, что мяч отскакивает, в силу удара отскакивает от штанги, от креста, крестовины, и прямо за нас, со штырма. Развернулись и бежим. Я смотрю, он мяч уже отдать хочет, уже отдает. Я тихонечко, я же его не могу валить, я чуть-чуть, ну, в рамы, я ему колено, чуть-чуть левым, право его. Он, раз, у него кикс. И он приостановился, я уже обгоняю его, мяч забрал один на один, обвел Пшеничникова, гол забиваю. И с Ленинграда судил. Наш это нормальный судья, как раз не все ленинградцы были, один он был нормальный, относился к «Динамо». И вот он на центр показал, в это время народ молчал, замер. А в это время Якушин, он-то видел, профессионал, он вскочил на поле, на судью что-то забыл там, и народ. И уже кричал, народу сказал. И вот мы доиграли, 1-0 выиграли. Приходим в раздевалку быстро, заскочили через туннель там, шли в раздевалку, а там кричит народ, рвется в раздевалку, а эти наши солдаты вверх стреляют холостыми. Ого! Да, вот две цепи и стреляют вверх. А те боятся, когда стреляют, они боятся, не лезут. Они трусы, только когда их много, вот, мусульмане. И все кричат, отдайте восьмерку, отдайте восьмерку. А дед не выходит же туда, боится, он же трусоват. И кричит, Рафа, выйди, пожалуйста, и скажи, что хуй на восьмерку. И смешно его. Это, вы знаете, какие ребята играли, да, вот с вами вместе, я вот думаю, кто самым великим из них был, на ваш взгляд? Ну, вот столько лет прошло, вот кто был самым-самым? Я уважал настоящего бойца, не любил проигрывать, это Вася Туренчик. Тот немножко и пас мог отдать хороший. Длинный. В длинный он хорошо отдавал, понимаете. В короткую он немножко терялся. Длинные ноги. А так длинную хорошо выделял. Вася нормальный парень был. Как бойцы все. Бойцы были. В игре как готовы. Играть умели. Саба тоже боец был? Тот, если бы не боец, он бы не играл. Он... Играть он плохо. Техническое образование и отдача. С ним плохо было играть. Вот он, но мужик. Мужик, да, боец. Он проиграть тоже не любил. И ноги сломать мог, все. А когда Володя Мунтян в 66-м, в 67-м уже Володя под меня стал, я вздохнул, играть стало мне легко. Мы натворили с Володей столько дел тогда. А Саба отдача никакая. Тонкой игры нет. То, что он пробить мог, да. А тонкой игры он никак не. Мунтян хорош был, да? Да. Бышевец хорош был? А, тот совсем тупой. Да вы что? За счет полузащитника я ему как-то сказал, что ты пыхтишь? Что ты, говорю, это? Ты ходишь возле банка, и все время я бышевец. И потом деда давят, чтобы бышевец играл в Киеве. На выезде ты больной. Говорю, на выезд, тоже Пузыч играет. А как на выезд, у меня пах болит. В пах же не залезешь. Пах болит. Потому что не бежал, а там контратака, Толя бежал. И вот все, а как только в Киев, Толя не ставит. Толя же больно. И деда, я говорю, что ж такое ты делаешь? Толю ставки, видите, а мне оттуда звонят. И ты трусом стал. Да пошел ты. Вы дружили с Хмельницким. А с ним сейчас дружите, поддерживаете отношения? Да.
Встречаемся, как на банкетах. С кем еще из ребят видитесь вот с удовольствием, из тех, с кем играли? Сережа Крюковский, еще живой, нормальный парень. В Москве были тогда прекрасные футболисты, и Воронин, и Стрельцов. Хорошо играли они? Хорошо. Валера Уляков. Воронин, да? Знаете, тут психология у него. Игрок талантливый, очень талантливый, парень симпатичный. И потом друг Адидас, Мишеля. Угу. Вот. Тут, куда мы ни приезжали за границу, Мишель уже там. Валера Пресс-Бабок. Да, вы что? Тут что-то... Вот он Валеру... Валера с бардаком не вылазил. Когда у него французская семья получалась. Это потом я узнал. Я никак не мог. Почему? У него красивая жена. В «Березке» танцевала. Лю-лю-лю, хороводила. Там не то, что прыгала там такая. А красивая девушка. Ну, за границей все. У них он туда, себе в бар, она начала тоже гулять, когда закончила это все. Пенсию получила. И, в общем, он гуляет, и она. Так получилось. И вот мы в Англии готовились в Швеции. Морозов тогда тренер. У меня полетело колено, а я сижу с Морозовым на трибуне. Он говорит: «Витя, ты будешь готов ко мне?» Я говорю: «Посмотрю, что-то у меня, говорю, с коленом». Не тренировался, а как раз Валера, там это второй тренер, набрасывает, Валера по мячу попасть не может. Ну, уже никакой. Угу. Мимо мяча бьет, упадет на поле. На поле? Да. А Морозов сидит, только поддатый, и говорит: «Вот, падла, совсем растренировался». Это не анекдот. А мне смеяться и знаю все, понимаешь. Он плохо умер, да, бедный? А? Воронин плохо умер. Вот я концовку не знаю. Убили. Мне сказали, что убили. А за что, никак не понял. Стрельцов действительно гениальный игрок был? Ну, если ты столько, сколько он отсидел. Он отсидел... 7 лет где-то, да? О, нет, он отсидел 3 года... под Кировом, строгого режима. Uh-huh. А когда Никита Сергеевич умер, то есть сняли Никиту Сергеевича, я умер, не умер. Сняли Никиту, и его, Эдика, добились. На поселение, да? Нет, да, почти на поселение. Химия, под, да. Под Курском. Uh-huh. Он тренировался там, вот это еще, не 4, 3 года еще он там тренировался, все добивались, чтобы его это... Было изнасилование это? Я с Эдиком после этого, я сейчас правду, ездили за ветеранов. Угу. Ребята молодые в Москве, Саша Прохоров тренировал меня, я ему сделал большое одолжение в Киеве. Машину выбился ему, он продал, денег не было с этой женой, так я ему помог, все это прокрутил, чтобы деньги. И он уехал в Москву, за «Спартак» играл, все, квартиру хорошую получил, так что у него нормально. И Сашка благодарен мне был и брал за ветерана, за сборную Союза, он тренировал. И нам сбор, и потом сборную. И все время я Сабаш поругался, начал воровать у ветерана. Я не скрывал, я ему в глаза говорил: «Что ты, пес, делаешь?» Говорю: «У кого берешь?» И перестал ездить, и поехал за Москву. Там 3 сборных было, я ездил за ЦСКА. У них армейская сборная. Потом, когда время подбиралось, профсоюзы сборная и динамовская сборная. И вы со Стрельцовым говорили на эту тему, и да? И вот за профсоюзы я все с Эдиком. Поедем мы в это поездка туда, мы, значит, ну, где эти... По Сибири, в общем. Угу. Казань, Оренбург, то такие, там еще районные городишки. Поездки такие, деньги хорошие зарабатывают. Где-то Игорь 11, это много получилось. Угу. Все
тогда привозил 1200. Ну, конечно. Это деньги шальные. Поэтому ездил, с этими поездил, смотрю, там поездка хорошая. Меня с удовольствием. Играл я еще. 50 лет я закончил в Париже. Играли сборной Франции. Первый как получилось. Ветераны, да, играли? Да, ветераны. Значит, позвал меня это, как... Это Прохор сделал, как-то познакомились они по... Фирма, конечно, как «Рога и копыта», Эдифа Петрова, понимаете? А так и у нас фирма по восстановлению памятников старины. От какой фирмы? Придумать фирму. Ну, я правильно сказал, «Рога и копыта». И вот эта реклама, ну, руководители хорошие, хорошие. Деньги у них крутились. Стрельцов. И что? И вот да. Поездка... Я как раз попарился, привел себя в порядок, поездку, знаешь, что 12 игр. Вот. И молодые, правда, с нами ребята. А я и Эдик, два заслуженных, ну, реклама у нас большая, и мой поэт. А остальных все играющие. Стою на вокзале, думаю, Эдика нет еще. Стою, жду, смотрю, идут. Жена у него вторая. Симпатичный, ну, сам парень красивый. Да. И жена у него симпатичная, это начальник вот этого отдела ГУМ, в ГУМе. Она международного отдела. Подходит, я не знал. Олег познакомил меня. Она, Виктор, вас очень Эдик уважает. Я вас прошу, вы не выпиваете. Не выпиваете, я знаю. Эдик рекламу давал. Хитрый. Я понял. Я говорю, чем обязан сразу? Чтобы он в руках у вас был. Я говорю, все понял, все будет в порядке. Не волнуйтесь. Виктор. Я говорю, деньги я все заберу. 100%. Не волнуйтесь. Все, вы встречаете. Деньги я вам отдаю. Она, вот это все, спасибо. Эдик посмотрел на меня. Ну, все нормально, он же понял. Разговорка. Сели в поезд. Вик, что ты наплел? У тебя что-то есть? А что я должен говорить? Что у меня что-то есть? Ей-ей. Значит, вот. Ну, я говорю, Эдик, бутылку. Даю тебе на ночь. И потихоньку. Все? Да, мне хватит все. Этот он сидит понемножечку. Я говорю, Эдик, самое главное ведь, ну... Он выходил 15 минут играть. Ну, после всего этого. И потом у него же... Он, ну, я его не спросил, почему. Он вам рассказывал, вот было изнасилование это или нет? Он рассказывал, слушай. У них получилось то же самое, что у нас в Киеве, я вам расскажу. Угу. Эдик сам парень красивый, и девушка, у нее этот отец у этой девушки посол во Франции. Понятно. Понимаете, почему скандал такой? Конечно. И когда они сюда сборной, они уехали, ну, отпустили по домам. Да, они должны были на Олимпийские игры ехать же, 56-й год. Швецию. Да? Швецию, они не поехали. Да, чемпионат я знаю. Мира. Перед. Чемпионат мира они ехать уже, да, перед. Выезд. Чемпионат мира, да. Угу. 58-м году. Да. Тогда сборная у нас хорошая была бы. Совсем. А Татушин, Огоньков и Стрельцов. И они втроем как раз, да? Они свалили. Туда. Ну, девочки, все. Ну и началось. Те этих не брали, Эдику эта принцесса дает. И те ушли, две девушки. А те, Эдик, как же так? Там мы, ты, он самый молодой, ну, пожалуйста. И вот скандал начался. Суд идет. Эдику пообещали, что его отмажут все. Но ты молчи. Эдик тогда ж молодой, чемпион Олимпийских игр уже, все да, молодой, да. Знаете. И он, ему сказали, чтобы он молчал. Эдик мне рассказывал, мне, а я не выдержал. Ну,
молодой, говорит, подумал, что я особый. А тогда Никита Сергеевич был. И что, он начал говорить что-то? Ну, последнее слово дают же. Да. Эдик встал. Ну, надо ж такое. Последнее слово. Жалко, что я не остался во Франции. Можешь представить? Кошмар. Насколько он был уверен, так стоял высоко в голове у него. Угу. Не подумал, что это все. Дурной, молодой. Ну да. И он это брякнул. И дошло до Никиты Сергеевича. И 13. И на лесоповал. А Татушина и Огонькова отмазали? А Татушина и Огонькова условно. Играть. Не играть. Они год не играли. Угу. Ну, спартаковцы, нет, Андрей Петрович, там угу. Два старостиных стояли. Угу. Горком, горсовет там у них, все же. Они... А эти как будто взял на себя. Вы играли против Пеле. Против сборной Бразилии, я знаю, что не, вы сказали... против Сантоса я играл. Против Сантоса, да? Против Пеле. Я знаю, что вы сказали, вот я вас процитирую, играть против Пеле все равно, что целоваться с крокодилом. Это мои слова. Да. Хорош Пеле был? Ну как, я вам скажу, мы приехали в Сан-Паулу как раз, они Сантос играют на берегу, там угу. Атлантики в них, город этот небольшой. Сейчас они дома играют. А то они играли в Сан-Паулу в то время. Тогда мы прилетели в Сан-Паулу, и за три дня играет команда. Сантос и Коринтиус, по-моему, у них по штатам. Я посмотрел на Сантос, сидел и думаю, боже ты мой, что за это за зверь? Ну, он отходит назад, берет мяч. А эти боятся уже все его. Те бегут стадом назад. Понимаете? И он, если атакует, он по ходу. На ходу скорость набирает такой плотный, технический. Красавец. Да. И как это? А на стопы у него, как песню поет, знаете? Легко и непринужденно. Они там стоят и встречают его. Так он раздевает, и они теперь боятся. Стоят, скучкуются все и ждут больше, что мы. А там Дорвард и Пепе два. Два с таким ошеленными. Он когда спас туда? И куда? Три забьют, а там уже развал. Нашим такими не быть, как Пеле, правда? Я не видел такого. Там вот многие говорят, Марадона, Марадона. Своему свое время. Но выше Пеле я не видел. И Месси не выше, да? Да, вот я когда на вторую игру мы с Сантосом вышли играть в Сан-Паулу. Молодая команда у нас, пятерка у нас вышли олимпийской сборной. Угу. Ну и получилось. Соловьев делает установку. Значит, если он отходит, Завидон говорит, ты его там встречай. Мол, глуши. Ведь когда он это... То есть мне надо, я играл. Угу. Нападающий инсайд. Ты его там лови, держи. А если он атакует, Завидона встречай. Я смотрел, думаю, Соловьев уже... Тактически он безграмотный. Как это? Или кто-то должен хватать. Значит, там ты должен... Получилось... Вышли... Начали играть. 1-0 мы повели. Угу. Базиль проскочил, подал. А там кочки. Они как бананы на кочках играют. Технически настолько грамотные, угу. Что легко на этом поле. И мяч подпрыгнул, лобану попадает в голень. Тогда этот писал сильнейшим ударом. Мяч уже по линии, и попадает, мяч подпрыгнул в голень ему. Ну, гол, 1-0 повели, и вот это начали отбиваться. Вот. Они тут же, Кутине, в центре, Пеле разгоняется, как об это, об стеночку. Как в стенку. Да, это вот плотно ему. Два Кутине забил Пеле.
2-1 они повели, тут же отыгрались и стали мяч держать. Не захотели нас, ну, молодые, мы пыхтим. Это точно, надо заснять было, пока какие мы козлята. И 2-1, нормально. Я знаю, что вы пристально следите за современным футболом. Кто вам сегодня в мире нравится из футболистов? Ну, эти в Испании два дьявола. Хорошо, да? Эти, да. Это я не знаю, с кем их сравнить, но высокие игроки. Конечно, Месси этот хорош совсем. Выше, чем этот, с Реала. Чем Роналду, да? Да, он выше. Он после болезни, как быстро восстановился сейчас, уже 28. Уже догнал почти того. В киевском «Динамо» сегодня есть классные игроки? Знаете, есть. Есть. Но почему-то игры Овчаковой нет. Я вот смотрю, то моментами не... то один играет, то потом пропадает второй игрок. Никак у Блохи не получалось, чтобы как-то их связать все. Игроков купили. Правильно это, Суркис? Игорь обижается на Блоху, уже в открытую начал. Ну, хороших игроков купили, действительно. Ну, да. И что-то не получается игра, как-то связать не может. Что он за тренер? Связать-то надо как-то их. На сборы едете 2 месяца туда, в Турции, потом в Испанию едете. Ну, как-то тренировочные сборы проводи, работу. Может, пьют мало? Да нет. Что-то не получается. Я не знаю, сейчас Ребров свяжет. Парень хороший, но... тут. Я знаю, что вы однажды чуть не упали с самолетом. Влетели в самолете, самолет чуть не упал. Как что нет? Это за ситуация была? Это на чемпионат мира в 62-м году мы... Это сборная летела? Сборная, на чемпионат мира. Это Боинг, мы 7-й, 707. Наш самолет только долетал в Англии, больше там. Но мы в Амстердам, в Голландии. Там где-то погуляли, самолет только ночью перелетает через океан, воздушный, чтобы ямы там это. Ночью, когда меньше. Мы подождали, там погуляли по Амстердаму. Ну, еще молодой. Нет, только мне там исполнилось 22. Оно все же любопытство. Красные фонари интересны, да? Интересно ж много. Ну и сел я, и возле меня девушка сидит в самолете. Там же ребята 9 часов лететь через океан. Он облетел Европу с Амстердама, залетел в Швейцарию, в Цюрих, потом в Германию, залетел в Франкфурт почему-то. Не в Берлин, а в Франкфурт. Западную. И во Францию, в Испанию и последняя точка – Лиссабон, Португалия. Я еще помню, запомнил, потому что от страха запомнил, наверное, все. И морды пассажиров все. И когда она била, как говорится, там девушек плохих не держит, вы понимаете, она вышла, загорела и все. Почему? Потому что они там 3 суток на Копакабана отдыхают. У них колесо получается. Там, в Мексике, потом туда-сюда, вот это мне. Дают отдыхать. Ну, нормально, сердцы там живут. Объявляют Лиссабон. И доставят, показывают пояс с этими. И показывают, здесь листочек, здесь порошок от акул. А я через переводчика слушаю все это. Здесь шнурок дернуть, чтобы он надулся. Я говорю, переводчик, нихуя себе. С перепугу не знать больше, за что за хуй, чтобы акулы не откусили. Посмеялся. И отлетели мы от Лиссабона где-то 1,5 часа, так примерно. Почему? Потому что
Вдруг, а я впереди сидел с этой девушкой. Паника в самолете. Еще сидели справа возле меня эти тоже. Впереди чита по Европе. Uh-huh. Они из Бразилии, свадебное путешествие. Uh-huh. Они уже возвращались домой. Вот. Немножко поддатые. И... А я задремал. Слышу шум. Я, значит, как петух меня клевал. Я раз, иллюминатор. Надо же закрывается, чтобы uh-huh. обязательно надо uh-huh. закрывать. И раз, открыл иллюминатор. Горит пламя. И раз, закрыл. Первый это читал это, как его, сам летчик, француз. Экзюпери. Экзюпери, да. Uh-huh. Что в хвосте остаются люди. Uh-huh. Живые. Вот я запомнил. Вы в хвост. Я бежать, а там два туалета. Четыре. Два по два. Uh-huh. С этой стороны. Я заскочил, быстро закрылся и сел на это. Да. Мне не было уже ничего. Все. Вы с жизнью попрощались? Сижу, ну что, вспомнил маму. Ну, такое состояние никакое. Страх. Я не говорю, что ну, все, полностью. Желудка нет, все пустой. Сижу, думаю, не открою. Стук идет, не только же я. Плохо. А все же там пассажиры, вон 100 с чем-то, 150 Боинг. И вот стучат, а я ни в какую, думаю, здесь подохну, чтобы курил не сели. Тут галиматья разная в голове. Угу. И он идет и идет вниз самолет. Я помню, раз сели, я думаю, как сижу в туалете, и сели на воду он. Я раз в туалете иллюминатор в Боинге. И раз выглядываю, боже ты мой, военная база американская, стоят фантомы с этими ракетами подвесными, uh-huh. все. Им куча стоит, большие, малые, там разные. И куда-то мы сели, остров потом, Санта-Мария, военная база американская, полностью. Ну, в общем, я вышел, уже понял, что мы на земле, вышел тихонько. На меня смотрят иностранцы, все бегут, очередь. Правда, что у вас тогда волосы седые появились, посидели? Да. Молодой я уже виски посидели. Перепугался. Страх. Там, понимаете, храбрых не бывает. Конечно. Начинают смеяться, когда уже сели. Начали так все же. Потом начали признаваться, кто обосрался, кто там что. Даже так? Ну, конечно. То не выпивший, но там сидели выпившие. Так вот я вышел, представляете, моя морда какая была. Я иду, так, к себе на место. Когда меня хлоп за руку, Яшин меня, молодой, что ж, совсем обосрался. Я говорю, не знаю, но, по-моему, штаны нет, но говорю, много. На, быстро. Они сидят. Олег Шестернев, Валера Воронин, тройка бывалых. И Яша, на тебе, сколько ты? Я говорю, полстаканчика. Что это? Видите, водка. Я ее хлопнул. Не почувствовал, как вода. Угу. Видите, воды покушай. Я говорю, ну не надо. Сейчас будет обед носить. Перепугался. А моя девушка дрожит. Я пошел. А в самолете... $5. Большая водка, Смирновская. Uh-huh. Пошел, купил эту водку, налил ей рюмашечку. И мы с ней за эти 9 часов убрали эту бутылку. Правда, кушать принесли все. И выпивал перепугу. И не пьянели. Я знаю, что у вас была еще одна потрясающая ситуация, когда вы вместе с Масловым пережили знаменитое ташкентское землетрясение в Ташкенте. Да, там... Там тоже обокоп. Ну, сидим мы в это. Мой земляк в Запорожье. Во время войны, который бежал. Ну, все же бежали. Угу. Он пацаном туда смылся. Оказался там. Он шеф-повар этого. Пришел ко мне в номер. Виктор, ты земляк же мой. Я шеф-поваром здесь. Не турист гостиницы.
И говорит, я из Запорожья. И рассказывает пацанам. Я прочитал, что ты из Запорожья, один здесь. Ну, туда-сюда. И он говорит, Витя, после игры сможешь освободиться? Я говорю, да, после игры у нас... Он говорит, а ты себе проведешь мне масло? Я хочу его видеть, познакомиться. Ну, хочу хоть рядом. Он говорит, настолько. Я говорю, хорошо. Ну, если, говорю, выиграй. А если даже не пытайся. Я-то приду. И вот выиграли мы игру. Я говорю, Виктор Александрович, что, давай здесь устроим. Ну, хмель я. Я говорю, Виктор Александрович, меня пригласили не в ресторане, там же дышать нечем. Кондиционных не было в том. Конечно. Дышать нечем же. Они курят эту травку разную. Я говорю, может, и подохнем там быстрее, чем напьемся. И вот... А что? Я говорю, во дворике столик, возле фонтанчика. Он смотрит, врешь. Я говорю, пошли. Что стоит столик, накрыт уже. Что он спрашивает? Я говорю, познакомьтесь, это мой земляк. Здесь у тебя друзья. Куда ни приеду, тебе везде друзья. Очень приятно. Сели за столик. Он спрашивает, сколько Витя... выпить. Я говорю, ящик можешь взять? Ты же тоже с нами? Он говорит, да. Ну, пусть стоит ящик. Он приносит ящик. Я так говорю. Коньяк? Коньяка. А дед смотрит. Ты что? Говорит. Я говорю, ну, ладно, посмотрим. Сели мы и квасим. Нормально. Тот извинился, шеф-повар, говорит, работа, мне надо там. Все это. Ну, понятно. Ну, и мы все это... Дед считает, а у него футбол, он очки считает. Сколько? У него работа своя. Да. Да, в голове все. И говорит, как только мы чемпионы, я уезжаю в Москву. Ты все берешь на себя. Ну, он уже понял, что будет игры продаваться. Понятно. Кому надо? Дебет, кредит. Кому надо? Да. Будем смотреть. Кто больше? Это честно, я не вру. Уже чемпионы можно. Конечно. Ну и баламутим, ну прилично ждали. В это время залаяли собаки. Ух ты. Ослы завыли. Все вот эти животные, они первые чувствуют землетрясение, оказывается. Воет, народ еще нет. А я сижу и говорю, хмель, что-то... Ну, где-то я слышал, что перед бедой это. А Хмельницкий с вами был, да? Да, Витася тоже. Да. Куда я же? Без него же. Сидим. И замолчали. А дед говорит, фраера, они же нашу победу это, празднуют, давай. Мы понемножку еще добавляем. В это время у меня ноги поднялись. Я сидел как раз лицом к этому, к волне. Ноги поднялись, потом задница. Я как рванул, остановился, пару бутылок коньяка схватил и заборы. А заборы вот эти у них восточные, с пиками там наверху. Заборы. Вы не поняли, что происходит? Ничего. Просто страшно. Гул идет, это волна. Пошла, это, гостиница трещит. Вой пошел, люди, все, сумасшедший дом, короче. И мы, значит, хмелем быстро перелетели через забор. А дед, тут и страх и юмор. А я уже коньяк поставил, уже взял, смотрю, хохлы проклятые, блин, меня бросили. А ему же перелезть. Я говорю, хмель, пошли. Хорошо, что поддатые. Ага. Перелезли мы на пять, и мы толкаем это, тяжело же. Он по этой ползет, бедный. И живот же еще у него большой. И задержит хмель туда, я говорю, будешь ловить, если упадет. Перетаскиваем его, я толкаю тихонько, руки подкладываем под живот. Перетащили, перелез. Спустился, поймали его. Давайте, Виктор Александрович, на площадь, а ты шарновые, там театр. Угу. Я говорю, на площадь, быстренько. Мы бежим, побегаем. Что вы думаете, мы задержались немножко за забором. А на площади все
все люди с гостиницы уже все на площади. И что интересно, были француженки, туристы. Они не успели даже плавки одеть. И эти, да столько перепугали народ. И ни лифчики, ни трусики. Так только... у вас приятная ночь была. Не, и они только в этом, в рыбашках ночных. Угу. Ну, все же видно. А уже отошло, мы же на свободе. Да. И ждем же вторую волну. Все ждут же, потому что нет, нету. Ну, мы, я достался, а бассейна уже нет воды. Кошмар. Трубы полопали, все уже. Вот бутылки. И говорю, Виксан, вы же галантный кавалер. Ну, уже ж поддатый, уже все несут. Вы такой хороший, симпатичный. Я говорю, ну-ка, подойдем к французам. Смотрите, они в ночных рубах, даже не успели трусики. Но вы как будто ничего не видите. Пригласите их коньяк. Французский коньяк, это же Франция, изобрела. Да, пойдем. Отдам храбрость. Где сюда он мог в любое время? И вот он под подходит, рюбочки вот держит. Коньяк ваш, француз. Ну, армян, армянский. О, они довольны. Ну, трусят их. Выпили. Ну, мы вторую разлили. И потом деда говорит, там в гостинице у меня 3 бутылки коньяка в сумке. Я говорю, и у нас с хмелем 5 бутылок в сумке. Кому землетрясение, а кому девочки? Там уже по датам море по колено, как говорится. И я говорю, хмель, пойдем. Да ты знаешь, у меня нога болит. Хитрый, испугал. А девочки понравились тебе. Молчит. Я говорю, ну я рвану. Как рванул, раскочил. Они девочки дали мне ключ. Я открыл номер, все, что мог, собрал в чемодан. Не складывая все это, завалил. Собрал все это в кучу. Туда в чемодан утоптал. Поискал, что еще что-то лежит такое ценное, ничего не увидел. А часы туда тоже побросал. Хватил вот сумку, заскочил, свои забрал сумки. И деда. Думаю, сейчас завалит с этим. Пошло, ну, мысли разные. Бегу назад. Прибежал, поставил. Тяжело же, пот идет. Еще после жара. А какой дед. Стоит и говорит, на поле вообще так бегал. Чем для девочек. Видали, ребята, что он делает, а? Ну что, все взял, все. Ставил коньяк, все на это, на парапет. Бутылок 20 всего. Ну, тут дед. Уже под датой. И я говорю, Виксаш, не пей. Не пей, я тебе говорю. Это я не пью. Хмель, распоряжайся с девочками. Володя, Мунтян. Мунтяну, ты же вот любишь девочек. Давай ухаживай, француженки. Я им принес все, только я извинился, что окей, окей, мы там, все, говорю, часы там, все. А куда? А дед говорит, куда ты? Я говорю, куда, куда? К Рашидову. Куда? Партбилет у тебя, он носил сюда партбилет. Mm-hmm. За границей партбилет принял. И приходим мы к этой ЦК партии, прошли. А там 2 кольца. Народ mm-hmm. туда рвется. Mm-hmm. Все туда хотят, ЦК, mm-hmm. чтобы куда-то смыться. Паника страшная. А эти стреляют вверх солдаты. Mm-hmm. 2 кольца стоят. Не могут никого не пускать. А друг Красницкого, я как-то у гостях был у Генги. И у него этот друг, майор он тогда был. А тут подполковник стоит. Виктор, ты что сюда? Я говорю, да не я. Я понял, что, uh-huh. что я пойду, куда. Я говорю, вы мне, видите, вот масло. Масло я пущу, тебя нет. Я говорю, а мне не надо. Что я пойду туда? К Рашидову. И Маслов вот. Договорился, да? Я говорю, вот пойдет человек старший. Он тренер. Маслов хороший, хороший, говорится. Дед, не знаю, смотрит на него, хороший, нехороший, перепуган. Туда его затолкал. И
Вас вывезли потом просто, да? Не, и... А у них там в стороне для этих, для милиции столики, шашлыки там жарятся, все, и подачи. Мы пошли с ним, выпили по рюмашечке, переговорили. Я говорю, а что пришли? Я говорю, как-то смываться надо, где? В гостиницу не пойдешь, а на улице спать. Хоть тепло, да. Пошел дед, выходит. Выходит мокрый, как всегда. Вот за такой градом идет. Он не мог людей больших. Видите, возле каждой комнаты с автоматом стоит. Я говорю, они друг другу не доверяют. Конечно. Просто идут. Ну что? А я говорю, договорились. Ведь автобус дает. Сейчас автобус подойдет. И мы куда? Где ближе? Ну, я говорю, по степи. То есть, говорю, земля не разошлась. Земля же горела. Ну, по степи лучше, говорю, чего. Выехали, да? Выехали, загрузились. Немок взяли, всех француженок, всех туристов умов забрали с собой. Бензин возле Кайра, Чайхане остановка. Это точно. Я знаю, что у вас хорошая библиотека была. Вы покупали запрещенную литературу даже за границей, да? Привозили. Кого привозили, не помните? Я не помню. Но библиотека огромная была, по да? По заказу, честно скажу, по заказу. Хорошему человеку. Он для меня много делал. Рисковал. В то время рисковал. Но я ее вложил за пояс. Всегда был так садился, что если ко мне у нас выборочно брали троих, и всех не проверяли. Отдельную комнату выборочно троих. Ну, кого подозревали, понимаете? У кого язык плохой. Вот. Меня не брали. Никогда, знаете почему? Ехали мы... Куда-то мы ехали. Наша команда «Динамовск». А в Штаты? Не в Штаты. Динамовская команда, потому что подошел ко мне майор, он тогда майор был, и пригласил, говорит, Витя, выпить. Идем выпьем. Мне как раз похмелиться. Я у Соловьева был в гостях, Вячеслав Ильич. Ну и немножко перебрали. И он, сели мы за стол, выпили, заказали все. Как раз я поправился. А дед ходит, он видит, что у меня уже с офицером, и у него понятие, что сгорел где-то, понимаете? Дед ходит уже, сед пошел, сел за стол. Говорит, Виктор, дайте поговорить с Виктором. Только серьезно. Дед, он говорит, да. Он вышел. Он мне говорит, Вить, ты можешь мне сделать, выручить? Это таможник, он старший таможник. Привези моей жене. Я говорю, ну а что, нижнее белье? Или... Я говорю, платье, он говорит. Я говорю, ну, какое платье? Покажи мне, пожалуйста, какое. Девушку, примерно. Потому что я могу привезти большое, маленькое. Он мне показал, я все, я уже знаю. Но, привезли. Но, говорю, открыто. Но ты меня встречаешь. Нет вопросов. Он понял, не надо разговора. Я никому не говорю. И вот у меня зеленая улица. Как ребята бесились, москвичи особенно. Я вам задам последний вопрос. Вам 74 года. С мячом что-то вы можете еще показать? С мячом показать? Можно на недельку дайте поработать. Потому что я где-то уже год мяча не видел. Серьезно. Не Но ноги помнят. Восстанавливаются. Вот через неделю восстанавливаюсь. Серьезно. Виктор Петрович, спасибо вам большое за прекрасное интервью. Дай Бог вам здоровья. И пусть вас эта любовь миллионов болельщиков, которая есть, пусть она вас греет и продлит вам жизнь. Спасибо вам. Дай Бог. Дожился немножечко.